Марина Васильевна Мухортова. Владимирский централ передает ветер северный. Этапом из Твери жизнь разменена. Ну не очко обычно губит, так 11 сутки. Губит нахуй меня. Не нахуй, ах и не напасть, как бы нахую не пропасть, блядь. 69-го года рождения. Пиши. Пиши. 1969-го года рождения. Че? Замужем нет. Хуев тебе в тачку, нахуй. Сейчас замужем. Нет, не замужем? Не буду я замужем никогда. Правильно, молодец. Пидрилы, потому что попадаются с Нижнего Тагила постоянно, нахуй. Ну, блин. Вонючки подритузные, блядь. 69-го года рождения Марина Васильевна Мухортова. 1993-го дочь я родила. Екатерина Мухортова Алексеевна. Екатерина Алексеевна Мухортова. Пиши. Да нахуй мне Екатерина. Нахуй не напасть, как бы нахуй не пропасть. Из ней пизди кино смотрел, вот и не пизди. Давай, давай. Давай. Я худею в нашем зоопарке, блядь. Владимирский централ передает ветер северный. Потом так этапом из Твери жизнь разменена. Ну не очко обычно губит, так 11 тут. Давай не будем, а если будем, то давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я худею в нашем зоопарке. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне. Че ты 13-го пишешь? Больше хуй приду, больше хуй приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Расписываться будешь нет. Ну, хуй тебе в тачках. Видно, нет любви. Подожди, я посмотрю, ты правильно моя фамилия написала или нет? Хуяли гости понаехали, ебать, копать моль поела, бля. Давай я посмотрю, ты правильно мою фамилию посмотрела или написала? На, посмотри. Давай. Руки убери, вот так смотри. Не трогай руками, так смотри. Мухортова Марина Васильевна. А Владимирский централ не передал? То правильно. Расписываться будешь не? У дороги чибис, я был заебись. Родился. Буду, распишусь. На суд подойдите, что ли? На суд подойдите. Домой сейчас пойдешь такой. Распишешься, домой пойдешь. На вот здесь трепнем сказать, распишись домой. В трех местах говорю, распишись и домой. Я ничего не вижу вообще. Я курить хочу. Причем тут вижу, не вижу, блядь. Ну не вижу я ничего, где расписываться. Ну, я вообще строчку покажу, даже не вижу. Вот пальцем покажу, где расписываться. Где? На, вот. А что ты тут написал? Свидетель Матюшкин. Кто Матюшкин? Кто это такой Матюшкин? Майор Матюшкин. Без бабы, нихуя, без всякого нахуй. Это я. Без всякого лезвия. Это я. Майор Матюшкин, да? Матюшкин. Говори. А почему, когда меня с башки уебали, вот, стой, квадратуру, да? Ну, стой, вот, хуйни, да? А почему? Типа ты не видел, типа да, типа ну? Зачем? Вот же я на того пишу. Пишешь? Конечно. Ну-ка, а что ты пишешь? На стерик. А я подписаться буду или не буду? Нет, да? Твоя расписка нужна. А я не буду здесь расписываться. Я буду там расписываться. Он меня уебал с башки. И я со скамейки уебалась. Нормальный ход с китайским паспортом. Где наша милиция, которая меня бережет? Сначала посадит, потом стережет. Ебать, копать их моль поела, да? Yeah. Владимирский централ потом передает ветер северный, да? А потом так и там стережень разменена, но не очко обычно губит, так 11 туз, да? Без бабы, без нихуя, без всякого нахуй, без пиджа, без всякого бляза, без бабы, по-любому, да? Так что ли? А сначала отъебут, как остирают, будет в шахматы играть. Не, подожди.
Вот, бывает в жизни огорчение, хлеба нет, а есть печенье. Короче, Марина Васильевна Мухортова, папа мне Марина назвал. Марин. Короче, стоит как бег, я тебе рассказываю, Марин. Как все это ебальник. Было дело. Закрой-ка нахуй, а. Ебальник? Уже, ебальник? Ебальник знаешь где? Когда Владимирский Централ передаст, тогда будет ебальник. Педераст, педераст. И не педераст, и не очко. И не 11-й туз будет тогда. Тогда будет отъебись моя черешня, будем в шахматы играть нахуй. Ебать копать их моль поела будет. Ебало. Да не надо. Моль все съела. А, хуевки в тачку. Да, вы вообще не рубите. Распишись, я иди домой. Я расписываться не буду. За вот это не буду. Потому что, когда меня уебали, никто за меня не заступился. Нахуй, тогда на трусы, нахуй не напасть, как бы нахую не пропасть. Никто за меня не заступился. Иди. Чмыри вонючки не заступились, а тем более в погонах. А в погонах вы уже по-другому разговариваете. А он меня убил со скамейки. Со скамейки он меня стукнул. Все, хватит. Да, пока нас.